зато есть умение петь и писать песни, умение играть на гитаре. И мы счастливы! Это Тиман мне такую кличку поставил. Какие девушки тебе нравятся? Олимпийский. Мы приехали. Я смотрю каждый день. А в процессе над созданием целого альбома... В голове бардак и каша. Что, друзья, всем привет. Ну, в принципе, ничего нового. Сегодня у меня обычный день. Обычный сольный концерт в Олимпийском. Всего лишь 30 тысяч человек придут посмотреть на меня. Я вам все покажу, ведь я настоящий блогер. Так что погнали, я вот сам guys, come on. Олимпийский. Мы приехали. Очень много поклонников, поэтому мы срываемся в капюшоны. Все пришли смотреть на меня. Как бы я звезда мирового уровня. Я думаю, никто не станет с этим спорить. Так, это что такое? Они, походу, забыли переклеить баннер с Нового года, потому что сегодня не Big Love Show, сегодня будет сольный концерт 100%. 100%. Скажите, что сегодня? Сольный концерт Клава, да? Да. Да, видите, все знают, все знают. Скажите, а что сегодня за мероприятие? Лав-радио. Как Лав-радио? Сегодня Лав-радио? Они что-то напутали. Все что-то напутали. Сегодня точно мой сольный концерт. Что за фигня? Блин, мы походу адресом ошиблись. Видимо, я не в тот Олимпийский приехала. Да ладно, ребят, шутки шутками. Сегодня, правда, большой фестиваль любви. Сейчас мы вам покажем, пока у меня есть время, как здесь все происходит за кулисами. Вот такие вот бейджики получают артисты на входе. И сейчас мы уже идем к гримеркам. Они вон там. О, ребят, встретила свою фанатку. Давай обниматься, ты моя радость. Не будь такой навязчивой. Доброе утро, мои люди. Сегодня у меня эфир на радио. Так, вы помните этого человека? И вот этого. Вы помните, что их нужно бояться? А чем отличается блог от влога? Вот в чем? Слушай, я сама не знаю. Но блог, может быть, это что? Видеоблог и объединенное слово? Я твой босс? Нет, ты мой персональный влогер. Кто? Друзья, сегодня мы будем притягивать весну, потому что у меня в гостях светлая, солнечная, улыбчивая Клава Кока. Привет, Клава. Сейчас мы работаем в процессе над созданием целого альбома. Я честно скажу, что я люблю свои песни, потому что я в них вкладываю свое видение, свою душу, свое сердце. Для меня музыка всегда была дорогой номер один с самого детства. Я мечтала этим заниматься. Друзья мои, не переживайте, я никогда не перестану заниматься музыкой, я вам обещаю это. И я думаю, что производительность моей работы будет только возрастать. 2017 год будет очень бодрым. С нами была Клава Кока. Это всем спасибо, что были с нами. Клав, сыграй что-нибудь такое душевное. Душевное? Для девчонок? Ну, можно и для девчонок. Душевная песня. Друзья, под такую грустную мелодию я прям пошли слезки. И, к сожалению, нам нужно ехать дальше по делам. Всем вам хорошего дня. Считаешь себя красивой? Да не считаю себя красивой! Best singer in the world. Я прям думаю об этом адреналине, который я сегодня испытаю. Гори в аду. Мы часто бываем дурами, да? Мы всегда дурами. Ну да. И чё? Не очень дурами. Ханна спустилась с небес. Как это было? Как это было? Это было очень волнительно. И на самом деле очень нервозно. Тебя все называют самой красивой девушкой в шоу. Вот ты согласна с этим? Да. Как думаешь, у меня есть шанс встать на вот олимп красивых и очень таких модных девчонок? А ты не модная девчонка? Я такая, как стильная, модная, молодежная, ты в тренде, да ладно, ближе к людям, поэтому ты все круто. Друзья, нужно верить в свои мечты, неважно, какими бы они ни были странными, глобальными. Я всегда вам это говорила, я всегда буду говорить, что мечты имеют свойство сбываться, если они у вас есть в голове. Поэтому мечтайте, и дай бог, чтобы когда-нибудь весь этот зал был наполнен моими людьми. Всем привет! Всем недавно в одном из своих блогов я спела отрывок вам своей песни. И эту песню я уже собиралась складывать в стол, но я получила тысячи комментариев о том, что вы хотите, чтобы я выпустила эту песню. Напишите мне, что вы думаете, как вам? Если вы мне утвердите эту песню, я вам обещаю, я запишу ее на студии и покажу вам, как создаются песни с нуля. В голове бардак и каша. О чем ты думаешь перед сном? С кем ты делишь секреты? Кто засыпает?
свет на твоем плече. И где ты? Где ты? О чем молчишь? Оставляй мне лишь звонки без ответа. Скажите мне, почему, зачем? И где ты? Где ты? Пока. Как дела, Мот? Отлично. Ты волнуешься? Чуть-чуть. Но ты уже ведь часто выступал на видео? Нет, я волнуюсь, потому что у нас сегодня не было саундчека, поэтому я волнуюсь. Вообще? Вообще. Скажи, что для тебя любовь? Дорога с двухсторонним движением. Ты отдаешь, тебе отдают. Главное, на встречку не вылетать. Это точно. Все будет хорошо. Мне часто говорят, что у меня нет бороды, нет татуировок, и я не подхожу к бокстару. Что мне отвечать? Зато есть талант. Ты так и отвечаешь? Зато есть умение петь и писать песни замечательные. Умение играть на гитаре. Ну, борода. И вести блоги крутые. Я смотрю каждый день, мне страшно. Мы в скором, я думаю, в будущем запустим специальные шампуни. То есть мне может поможет, да? Ну, я бы не советовал, я не уверен, что тебе борода пойдет, но тебе и без бороды замечательно. Сегодня мы в гостях у MC Дони Топора. Почему топор? Это Тиман мне такую кличку поставил. Топор? Да. И поэтому теперь ты назвал этот барбершоп топор? Да. На самом деле очень классно. Нам спасибо, очень нравится у вас. Конечно, мы всегда рады вас видеть. Спасибо. Где нужно тусить? В барбершопе топор. В барбершопе топор? Смотри, нужно его подстричь. Так. Примерно как-то вот так вот. А второго подстричь вот так вот. Нормально? Сделаем. Сделайте? Конечно. Погнали. Все, процесс пошел. Да? Убираем виски. Это мой брат Лева. Как обстановочка? Обстановка по кайфу. Тебе нравится? Да. Ребят, видите этот пробор? Знаете, с чем он у меня ассоциируется? Ребят, напишите. Мешай, или нет? Да, крошка. Что, как дела? Лучше всех. Мы же подстригли тебя красиво. Тебя тоже очень хорошо. А, да, спасибо. Я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Вообще классно, когда есть такое место, в которое можно прийти, хорошо провести время с друзьями. Я очень надеюсь, что у каждого из вас есть такое место, в котором вам комфортно. И желаю, чтобы таких мест у вас было как можно больше. Какой у нас будет 2017 год? Мощный, вот очень сочный, прям такой же, вот как Blackstar Burger. Прямо сейчас мы едем в антинаркотический лагерь. Хочется помогать. Сейчас со мной сидит Николай, который когда-то тоже у него были, ну, реально проблемы с жизнью. И человек нашел в себе силы перебороть это все. Вот так вот по щелчку пальцев начать жизнь просто заново. Если вы не захотите, вам никто никогда не поможет. Эти замечательные девчонки побороли свою зависимость, то есть у них на самом деле сила воли вот такая вот. Лучше бросайте сразу, ни к чему хорошему это не приведет, потому что на личном примере говорю, в 16 лет я себя уже похоронила и не видела никакого будущего. Сейчас у меня уже 10 месяцев трезвости, я понимаю, то, что это очень круто и жизнь вообще прекрасна. И мы счастливы! Мы должны жить сегодняшним днем. Если сегодня ты можешь бросить наркотики, бросай, мы тебе поможем. У тебя было очень много знакомых, с которыми ты начинал. Да. Скажи, пожалуйста, что сейчас с этими людьми произошло? К сожалению, уже мертвый. Сколько тебе лет? Мне 32. Ребят, 32 года. Все. Все мертвы. Ты понимаешь, как это страшно и как это сложно бороться. Поэтому, друзья мои, прошу вас, никогда не нужно даже пробовать, даже притрагиваться к наркотикам, потому что вы просто ставите крест на себе. Жизнь — прекрасная вещь без всей этой искусственной фигни. Я вас люблю, и помните, что вы не одни. Егор Крид. Браво. Ты что, прихорашиваешься? Ну, я просто смотрю, что ты это делаешь. Ну, я тоже, да. Подумал, то, что сделать так же, чтобы у меня просмотры пошли. Правильно. Что? Егорчик, когда будет твой олимпийский? Сначала будет Крокус 7 марта. Все приходите обязательно, смотрите канал Клава. И Егора. И мой смотрите, да. Так, Егор, вопрос от женского пола. Да. Какие девушки тебе нравятся? Разные, умные, самое главное, талантливые. Так, у меня есть шанс? У тебя, да. У тебя самая максимальная. О боже, мама, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, кругом голова.